Государственный секретарь Гульшара Абдукаликова встретилась с послом Словакии в Казахстане Петром Юзой. Он завершает свою дипломатическую миссию в Казахстане после 4 лет службы. На встрече стороны обсудили итоги работы за это время, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Госсекретарь поблагодарила посла за плодотворную работу. В свою очередь, словацкий дипломат отметил успехи, достигнутые в отношениях двух стран. В политической сфере у нас контакты на высоком, совсем высоком уровне. Последний раз здесь был министр иностранных дел Словацкой Республики, как председатель Европейского Союза. Тогда был подписан договор о расширении сотрудничества, о углублении сотрудничества между Евросоюзом и Казахстаном. Мы решили вопросы, связанные с торгово-экономическими проблемами, и активно приняли участие в Экспо.